Значит, сейчас время 9 часов вечера. По погоде, короче, у нас дождливо, ветрено. Но нам абсолютно похуй, потому что Спарта никогда не дремлет. Дух Спарты живет в нас. Погода меньше 15 градусов. Ветрено. Но мы выполняем воркаут. И нас не волнует погода. Дух воина никогда не дремлет. Дух воина. Двадцаточка будет сейчас. Руки не держат, твари. Все нахуй. Да не, я вот это один. Пока вот тут. Двадцать один, что ли? 21 было, да? Все, сейчас погоним дальше. Блять, тяжело. Не, по факту надо перенести надо. Да? Вот мы переносим. Так, сейчас. Таймер, блядь. Надо перенести вот сюда, блядь. Короче, мы переносим камеру. Видно же? Фу, блядь. 21 только, да, пиздец. Ну. Едем дальше. Едем, ёба. Что-то мало. Что-то мало, блин. Ох.
Ебать. Вообще жесть. Тебя два, короче, да ну его, короче. 52 раза, короче. Хеба. Вот трудности создает вот эта вот камера, потому что я руки испачкал, а нужно почистить перед тем, как перейти к турнику. Снова. Мы снова идем сюда. Ну и чё? Нормальный видок. Сейчас еще, короче, массу набираю, поэтому тяжелее что-то делать. В отличие от прошлой тренировки, уже 3 килограмма. Че, ехали? Ну и все, 16 раз. 16 раз, что? Вот. Короче, по результату 3 с плюсом, короче. Да, еще, короче. Ебать, чтобы стать выиграть чемпионат, блядь, нужно увеличить все, блядь. Практически. Ну все, короче, всем спартанцам салют.